В Киеве презентовали фильм «Мустафа». Он о жизни лидера крымских татар, о его борьбе за права народа. Кто пришел на презентацию, узнаем у нашего корреспондента. В кинотеатре «Киев», где проходит показ, находится наша Эльвина Сидбулаева. Эльвина, добрый вечер. Уже 10 минут назад уже стартовал фильм «Мустафа». Проходит он в рамках кинофестиваля «Молодость». На презентацию фильма пришел и главный герой фильма, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Также есть и представители Министерства иностранных дел и министры. Также пришла и победительница Евровидения 2016 Джамала. Среди гостей есть и глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, для которого тема Крыма очень близка, так как после аннексии Крыма в Киеве он возглавил прокуратуру Крыму. Прошу послушать прямую речь. Ну и самая важная сторона этого фильма – это не просто об каком-то одном человеке, а именно показывает национальное движение, драматизм национального движения. В этом плане у них получилось. Я завжди казав, кажу і буду казати, що Крим – це Україна. Кримські татари – це частина українського народу. І ми повинні зробити все, щоб звільнити від російського окупанта нашу територію. На презентацию фильма приехали и крымские татары с оккупированного Крыма. Говоря, для них презентация фильма очень важна. Предлагаю послушать прямую речь. Я думаю, что этот фильм был бы важен не только сегодня. Актуальность фильма назрела достаточно давно. Другое дело, что сегодня, как никогда, стали актуальны вопросы нашей борьбы за Родину. И поэтому я надеюсь, что этот фильм поднимет всем нам, я не знаю, настроение, всех нас заставит еще раз подумать о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы Крым был нашим. Фильм начинается с интервью Мустафы Джемилева, воспоминания о депортации. Ему, когда депортировали его семью, ему было всего 9 месяцев. Фильм передает боль человека, который прошел тяжелый путь, защищая права своего крымско-татарского народа. Это и ссылки, и допросы, и тюремные заключения, голод. И, наконец, он достигает своей цели – возвращения крымско-татарского народа на историческую родину в Крым. Однако после аннексии Крыма России запрещен въезд ему. И сейчас он продолжает ненасильственную борьбу за возвращение на родину. Джемилев это называет не миссией, а обязанностью как человека, как гражданина. Предлагаю послушать прямую речь. Через фильм мы можем понять не только о судьбе Мустафы Джемилева, но и о всего крымско-татарского народа, и вследствие военной оккупации Крыма со стороны России, вследствие массовой репрессий, которые происходят на территории Крыма. Конечно же, этот фильм стоит посмотреть. Каждый человек в этом фильме увидит и историю Джемилева, свою личную историю, историю народа, либо борца с системой. Для меня было очень важно, чтобы эти люди, которые очень часто еще никогда не рассказывали ни про Мустафу, ні про свій досвід виселення, ні про свій досвід повернення, щоб вони розповіли ці історії, які були зрозумілі, як ми казали, універсальному глядачу. Бо цей фільм ми б хотіли, щоб він був не для кримських татар. Звичайно, крими мають бути головними глядачами, але не єдиними. Цей фільм має побачити світ, і поляки, і американці, і росіяни, росіяни зокрема, і особливо, щоб вони знали про цю катастрофу. І про те, що це повернення неуникненне, що народ боровся, і народ бореться, і він повернеться в Крим. В фильме молодого Мустафу Джемилева играет непрофессиональный актер, хотя внешне он очень похож на него. До презентации фильма они еще не были знакомы и сегодня встретились впервые. И прошу послушать прямую речь. Мне очень приятно было то, что Мустафа не просто потиснув руку, ну, так просто познакомился, а мы обнялись. И это было такое впечатление, что мы уже очень долгий час знакомы. І це було настільки щиро і відкрито з його боку, що мені, я наче так, ну, стрибнув з висоти і отримав купу просто адреналіну. Творчеська група над фільмом працювала 1,5 роки і вже в широкий прокат буде показан в наступному році, весною. На цьому у мене все, студія.
Спасибо, Эльвина. Это была наш корреспондент Эльвина Сидбулаева из кинотеатра «Киев», где проходит презентация фильма о Мустафе Джемилеве.